Здравствуйте. Ну вот и выпускать не выпускай. Закрыли, выйди. Попробуй. Стоп, посмотрите. Приедь, выйди. Умничай. Давай. Командир, открывай. Ну, по-хорошему. Давай, то есть, сейчас... Ну, а вот это ты! Просто... Присядь. Не, а что ты? Оставлю. Присядь ты. Открой дверь, по-хорошему. Присядь. А то оставлю здесь, в натуре, будешь тут лежать. Присядь. Как пешеходный переход. Владимир, сядь, успокойся. Что? Успокойся. Слышь. Освидетельствуй, не согласен пройти. Какой? Медицинский? Да. Да. Краевой больницы, согласен. В Грачевке согласен? Нет. А? Краевой больницы. А почему в Грачевке не согласен? Нет. Серый, дай мне двух понятых. А? Не доверяй. Почему вы не доверяете? Не доверяю, потому что у них даже почки воруют. Как воруют? Что это? Слышь, мама, успокойся. Ну зачем ты мать сюда подвел? Я в краевом больнице. А она... Нет! Я всех подниму. Владимир Сергеевич. Да потому что тут даже почки воруют. Я туда поеду, в краевую больницу. Я им доверяю, потому что краевая больница это... Краевая больница. Пусть она мне возьмет кровь и проверит мой краевой. Он там стоял. Все. Пожалуйста. Согласен? Согласен. Я согласен. Я сейчас порешаю. Вы не имеете права мне в этом отказать. Все, поехали туда. Куда? Вот краевую больницу. Врачилку в больницу. Нет, краевую сторону. Здесь наша краевая врачевская больница не имеет даже лицензии того, чтобы освидетельствовать меня проводить. Я вас видно, унесли, да прошу, наконец-то, ну, вот там пускай они нам скажут, ну, кто прав, а кто нет. Я вас унесли. Нам скажут, кто я прав. Не кричи. Мама, это мой сын. Мам. Ну, пожалуйста. Я вас унесли, да прошу. Вы что, уроды, что ли? Вы что так себя ведете? Я звоню сейчас, не знаю, кому позвонить. Да никому не надо звонить, мама. Езжай домой. Успокойся. А зачем ты сюда позвал тогда, Владимир Сергеевич? Да я никого не звал. Ну сам маме позвонила, теперь говоришь, мама, езжай домой. Кому? Успокойся, она сюда сама ехала. Это наше кафе, мы здесь работаем. Где, в каком кафе? Здрасте. Где, в этом. Где, у которого мы стоим. Слай, посмотри за человеком. Я буду сейчас. Нет, человек или кто? Где? Он там стоял! Не ори. Женщина, отойдите, пожалуйста. Так, еще раз я вам объясняю. Вы приглашены в качестве понятых. Был остановлен гражданином Владимир Сергеевич. Фамилия у него Коржов, представился. Сейчас мы присутствуем вас... Что хотите, то делайте. Мне похеру теперь. Ну присутствую... да, запомните, я его скотчу. Да можете даже на камеру это записать. Сейчас я звоню. В присутствии вас предлагаем вам пройти медицинское свидетельство в Грачевском центре. Слушаем, что он говорит. Но они специально это все подойдите. Делают. Владимир Сергеевич! Чего мать моя сюда пихнули? Владимир Сергеевич! Вы что сюда ее пихнули? Вы пройти медицинское свидетельство в Грачевском ЦРБ согласны? Нет! Я согласен в Старопольском крае. Я еще раз в присутствии понятых говорю, вы согласны пройти медицинское свидетельство? В Грачевском? ЦРБ, согласен. Давайте. Нашим. Так нашим. Сейчас мы и нашу больницу купим.